Пошло писать красиво. Такая река. Отражается все в этой реке. Красиво. Зеркальное изображение получается. Так, траву коту. Коту травы нарвать. Тут еще трава даже есть. Что еще там дальше? Горы, овраги, буераки. Вот такое место. И такая ледяная дорога. Вот. И опять река. Сейчас начнем с реки. Но машины здесь были. Приезжали просто так поглядеть. Валя, ну как, у вас кто-нибудь вчера был, нет? Вы сами одни были, да? Одни. Одни были, да? Ну и хорошо, вам не скучно, да? Ну, да, но втроем. У вас работы хватает, правда? Да. Навалом, да. Ну что ж делать? Саша, выползай! Саш! Пойдем. Вот хорошо, что зарядка не закончилась. Еще хоть снять что-то можно. Я схватила на всякий случай. Я взяла камеру. Я люблю на камеру снимать. На это я не умею снимать. Не особо. Понимаешь, и не люблю я его таскать. Он мне неудобен. Вот. Потом сейчас дома посмотрим. Может быть, я вам интернет включу. Тут у меня один день остался.